правой стороны. Дорогие товарищи, я председатель Харьковского областного совета инвалидов Великой Отечественной войны, депутат областного совета 5-го созыва. С учетом тяжелой нашей внутренней обстановки, с учетом того, что фашистские вояки направили танки, самолеты, орудия тяжелого дальнего действия на массовое уничтожение жителей Юго-Востока, мы организовали проведение 23-25 апреля заседания военного народного трибунала, который уже в 2008 году уже судил на этом военном народном трибунале Тимошенко и Луценко в 2008 году, когда Ющенко, этот бандеровец, правил государством. Я предлагаю вам содержание приговора, который мы вынесли, как бы подводя итоги вашим тоже выступлениям и требованиям, которые мы вынесли на этом заседании. За организацию, формирование, финансирование и прямое циничное руководство бандеров фашистскими формированиями, погромы, поджоги, убийства работников правоохранительных органов, уничтожение мирных киевлян, поддержание фашистской хунты за осуществление государственного переворота и приведение к власти фашистов, признать особо опасными государственными преступниками международной категории секретаря администрации США Джона Керри, представителя США Байдена, премьер-министра Польши Туска, канцлера Германии Ангелы Меркель, Бароза Филе, верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, командующий силами НАТО в Европе Бридла, генерального секретаря ЕС Саньора, и приговорить их к пожизненному заключению, как причинившие невосполнимый материальный и духовный ущерб Украине. Признать террористическими фашистскими организациями ОБСЕ, ЕС, МВС весь состав Кабмина, нелегитимного Кабмина, батальоны правого сектора, отряда народной самообороны Майдана, партии «Свобода», «Батьковщина», правый сектор «Удар», приговорить названных выше всех руководителей иностранного подданства к 20 годам лишения свободы. За организацию с помощью руководства иностранных государств кровавой бойни на Евромайдане в Киеве государственного насильственного переворота, за убийство милиционеров, мирных жителей, около 900 человек, это настоящая цифра, за применение военной силы, танков, самолетов и другой военной техники против защитники Украины, против Юго-Востока, за незаконные массовые политические аресты самопровозглашенных ИО президента Украины Турчинова, премьер-министра Яценюка, заместителя секретаря РНБУ Сюмар, Луценко, Ярема, Яроша, Тягнебока, Прирошниченко, министра обороны Коваля, начальника пограничного центра Москвина, министра внутренних дел Авакова, Парубия, коменданта Евромайдана, главного карателя оперативными отрядами Крутого, Пашинского, Порошенко, Тимошенко, Лубковского, начальников ГУВД МВД области Одесской, Луцюка,
члена политсовета правого сектора Обнаруженко, главарей банды облгосадминистрации Юго-Востока, Харьковской Балуты, Днепропетровской Коломойского, Донецкого, Таруту, судить за преступления, предусмотренные статьями 109, 111, 113 и так далее, и приговорить указанных самозванцев уже Дмитриев к 20 годам лишения свободы. Все, заканчивай. За разжигание войны призывы активизировать массовые убийства восставших патриотов народа Юго-Востока, организацию эффективных интервью, воспевание фашистских ублюдков как героев Украины, приклеивание к сражающемуся народу Украины ложных ярлыков, диверсантов, террористов, сепаратистов за поддержку фашистского движения, умышленное распространение заведомо ложных сведений о происходящих событиях на Юго-Востоке, Евромайдане в Киеве, формируя тем самым у несведущей части населения ложных представлений за выполнение спецподразделения заказов ЕС, ЦРУ. Мало. 10 лет. Значит, напишите. 10 лет. Исправить. На Колыму. На Колыму. На Колыму. Да, я вам скажу. У нас наступит то время и возможность, когда мы снимем у Путина в аренду в Магадане гектаров 30-40 и устроим из этих выродков поселения, чтобы они жили на 900 гривен пенсии в месяц. Последнее. На преступников, приговоренных к различным срокам лишения свободы, на их деяния не распространяется срок давности исполнения приговора. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Ветер свободы, братства, равенства и помощи уже дует в нашу сторону, в сторону Юго-Востока от России. Россия! 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 Спасибо за внимание!